Ароматические свечи, расслабляющая музыка, тибетская поющая чаша – все это создает приятную и спокойную атмосферу. Такую обстановку создала партнер Видновского перинатального центра по благотворительным проектам Ольга Романова. Она провела для мам мастер-класс, который посвятила острову Шри-Ланка. Ольга показала фотографии достопримечательностей, рассказала о культуре и истории острова, а также предложила сделать фигурку слона, одного из символов южноазиатской страны. Мы будем мастерить слонов из фетра, закладывать в них некую энергетическую силу, некий заряд для того, чтобы в будущем году у людей все получилось, все срослось, и, соответственно, они стали счастливее, потому что слон – это символ счастья. Благодаря мероприятию пациентки получили эмоциональную разгрузку. На мастер-классе они смогли, не выходя из перинатального центра, проникнуться культурой острова Шри-Ланка. Ну, я думаю, родители много чего интересного узнают, тем более никто туда, я думаю, не ездил. Поэтому интересно вот эту всю историю, которую рассказывают. В учреждении планируют и дальше проводить различные мероприятия для мам новорожденных. С Нового года у нас ожидается, что будет достаточно большое количество мастер-классов. По крайней мере, 2-3 раза в неделю у нас будут проходить подобные мероприятия. Различные абсолютно тематики. Где-то это будет вязание, где-то занятия лечебной физкультурой. У нас есть специально оборудованный для этого зал. Пациентки Видновского перинатального центра остались благодарны организаторам мастер-класса. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.